Свой 16-й день рождения отметила партия «Единая Россия». По этому поводу в местном отделении прошел прием граждан. На этот раз проблемы жителей решали глава Владимир Ужицкий и депутат Московской областной думы Игорь Каханы. В этом году вдруг стали поступать извещения. Валерию Александровичу приходит извещение из налоговой службы. Согласно им, мужчина должен оплатить налог на имущество. Однако он пенсионер, а значит, освобожден от этой обязанности. Разобраться в этой ситуации чиновники пообещали в считанные сроки. Мы вам отзвоним буквально. Ну, тогда пожелаю вам бодрости духа и здоровья. Вопрос имущественного характера волнует и Нину Коркину. Переселенцы из ветхого жилья. Компания-застройщик принуждает оплатить за разницу в квадратных метрах. Несмотря на то, что первую волну новых жильцов это не коснулось. Сейчас я ничего не скажу. Мы с Игорем Валерьевичем попробуем переговорить с Поздняковым, понять, попытаемся убедить, чтобы он как-то пошел навстречу. Другие вопросы на встрече касались благоустройства города и парковочного пространства. Все проблемы, волнующие жителей, взяты под личный контроль Владимира Ружицкого и Игоря Каханова. В завершение мероприятия однопартийцы местного отделения поздравили друг друга с 16-летием «Единой России». Пополнить ряды единороссов и заявила желание руководитель портала «Риама» в Люберцах Людмила Шевченко. Отмечу, это знаковое событие совпало с ее днем рождения. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.